Бор 17, я батон. Вижу противника невооруженным глазом. Как понял, Бор 17, как понял. Итак, друзья подписчики, всем привет! С целью укрепления командного духа здоровой страйкбольной конкуренции в нашем регионе, я и моя команда решили проверить на прочность страйкбольные команды в нашем городе. У нас их есть несколько. Для начала я выбрал две команды. Первая команда — Легион Тивер, вторая команда под названием МОХ. Бросаю им вызов в виде постановки рейдового задания, что подробно расписано и отправлено капитанам этих команд в личных сообщениях. Примут вызов они или нет, их дело. Если да, то буду ждать выполнения задания, а также ответного рейдового задания для моей команды. Итак, ребята, сейчас вы можете посмотреть видео с леса, где мы бродили, ходили, искали место для расположения этого скрытного лагеря. Короче, нам туда. С нами, как видите, всем известный Борт 17. Легендарный Борт 17. Борт 17! Борт 17, ты жив? Враги, 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 Борт 17! Враг... Я зацепился! Борт 17! Пацаны, вы чё? Вставайте! Да мне знали уже, бля! Это была вражеская зарада! Опа, еще одно озеро. Что нам говорит карта? Борт 17. Доложить обстановку. Озера не должно быть. Иду по приборам. Ну вот, мы идем вот так. Вот сюда. Борт 17. Это Калина? А? Ягоды просветления. Вижу мост. Давай, иди до конца и прыгай. А мы посмотрим. Можно не просто жить, тут можно нас найти биться. Да. Ну да. Ну а что не сделаешь ради YouTube? 100%, слушай. Борт 17 поел ягод просветления. Ему открылся ясный путь. Ясный и короткий. Нормально. Все окей. Обнаружили желтый снег. Борт 17 говорит, что есть его не надо. Невкусно. Невкусно. Где-то тут берлога медведя. Ты что, не слышите запах меда? Але дуже багато цих веток, очень много. В принципе, противника можно заметить с такого расстояния. Ну, да, но посчитать... Но мощный должен быть. А немного. Если мишени выше вешать? Ну... ну, в рост? Да. В рост человека? Да. Некоторые сидячие. А, ну да. Борт 17, держись. Бойцом, который закрепляет веревку. А? Бачишь? Доктор, иди в розетку. Добре, иду. Бачу! Бачу! Чувак, який в таборі на ході. Де? Орієнтир. Право, орієнтир. Прямо 12. Борт 17! Все в болоте. Давай, Боня, твоя очередь. Боня, опасно, опасно, опасно. Во!
Спасибо. Я красавчик. Красавчик. Я чуть не улыбнулся. Да, я да. Не, сюда не. Это опасно. Бор 17. Нет. Нет. Все нормально. Отлично. Мы с Боди попытаемся обойти. Этот пятачок прям вот так. Жетон, жетон, я блесна, закат. Выйдите постараже. Все, жди нас здесь, и мы вернемся. Борт 17, расшифровывай марзианку. Борт 17, борт 17. Кубок, кубок, я же там. Противник есть. Вон там. 200 метров. Вот такой лагерь у нас получился. Есть у нас шалаш, киперная лента по кругу обозначена, красный скотч, желтый скотч и мишени. Вы видите борта 17? Нет, а он есть. Борт 17. Вот он. Ситуация, значит, такая. Мы возвращались другой дорогой, немного заблудились, потому что вышли на какие-то дачный поселок. Да, мы же не тут, на который мы не рассчитывали попасть. Вкратце расскажу, что мы сделали и какую задачу должны выполнить эти команды. Команды получили на руки карту и список задания и правил. На этой карте указано местонахождение еще одной карты. Борт 17, задание по закладке карты выполнено. Я ее спрятал в берлоге медведя. Здесь сейчас явный запах меда. Задача противника усложнилась, потому что карту нужно достать аккуратно, чтобы не разбудить медведя. Взорванный мост. Помечен скотчем. Итак, закладка первая. И закладка вторая. И на этой карте будет помечен примерный район, в котором расположен скрытый замаскированный лагерь. Второе задание. Найти этот лагерь в этом районе, помеченном на карте. Третье задание. Скрытно вести наблюдение за лагерем с расстояния 70-100 метров, не ближе. Для этого у команды должен быть бинокль или несколько. Команда должна определить численность условной жилой силы в лагере в виде мишени, которые мы закрепили скотчем к деревьям. Четвертое задание – это документировать все свои действия, фото, видео, документация. Это и будет доказательством того, что они выполнили это задание так, как надо. И пятое задание – это покинуть локацию незаметно. Время на выполнение этого задания командам дается почти 2 недели. То есть мы так посчитали, чтобы припадало на 2 выходных. Команды могут выполнить эти задания в любое удобное для себя время. А также будем ждать фото-видеоматериалов с выполнением заданий от наших команд. Также у нас будет для третьей команды задание. Это зачистка лагеря. Они должны проделать всю ту же операцию, то есть все то же задание. И в конце задания они должны уничтожить лагерь.
то есть собрать все скотчи, киперные ленты, плакаты, то есть мишени, которые там расположены, собрать, убрать из леса, чтобы лес оставить чистым. Итак, друзья, у нас есть результаты от команд, которым мы бросили вызов. Всего мы бросили вызов 4 командам. 3 команды приняла вызов и 1 команда отказалась, посчитав данный формат игры неинтересным. Скажу сразу, удалось выполнить задание только одной команде. 2 другие команды попытались, но лагерь так и не нашли. Команда, которая все же выполнила задание, под названием Легион Тивер. Обозначено. Контур границ. Сам, просто с другой стороны там прикованный сайт. Ну переверни. Пиши. А вот какие следы у нас тут. Мишка оставил. Косолапенький. Это чупака лез. Да он не чупака, а чупака. Команда в складе. 7 человек. Легіон Тівер знайшла базу, що розташована на Цецина. Кількість умовного ворога 7 чоловік нараховано. Чупа, ми естафету прийняли. Наступне слово за нами. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Легіон на связи. Базу обнаружили. Противник 7 чоловік. Поступаємо. Уходимо, уходимо, уходимо. Всіх давай. Мы их поздравляем с успехом. Потратили они на поиски лагеря 2 дня, то есть 2 субботы. За один день им не удалось найти лагерь, так как был сильный снег, ветер и большие сугробы. Трудно было ходить, горная местность. Трудно было прочесать территорию, которую мы отметили на карте. Но второй день их поисков привел их к успеху, и они выполнили задание. И назвали численность условной живой силы в лагере. Это было 7 мишеней. 6 мишеней было в лагере и 1 мишень, как дозорный, была вне лагеря. За метров 30-40 от лагеря была еще 1 мишень. В общем, поздравляем команду Легион Тивер с успешным выполнением задания. А также ждем от них ответного задания. Вторая команда, которая приняла вызов и приступила к заданию, команда под названием МОХ. Они нашли закладку с картой и приступили к поискам. Но ихние поиски не привели их к лагерю, и задание осталось невыполненным. На этом все у них и заглохло. Я так понимаю, второй день они не выходили. О третьей команде скажу мало, так как от них мы не получили фото-видеоматериалов. Знаю то, что они нашли закладку с картой, приступили к поискам, не нашли, и также все у них заглохло. В общем, это были такие себе небольшие итоги игры. Радует, конечно, что несколько команд подхватили эту идею и приступили к заданиям. Жаль, что не у всех получилось довести это задание до конца. Я считаю, что данный формат игры имеет право на жизнь, так как, допустим, я уже с нетерпением жду ответного задания от команды Легион Тивер. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте видео. Всем удачи, пока!